Мастера слова Хакасии отправляли заявки на конкурс, а жюри выбирало лучшие материалы, репортажи и спецпроекты 2012 года. Также свои награды вручали Минздрав, Минспорттуризма и Союз журналистов Республики. В числе победителей и корреспонденты телеканала ТВ-7. Главный редактор Юрий Варивода получил почетную грамоту правительства Хакасии, а вот редактор программы «Выход есть» стала лучшей в номинации «Четвертая власть». Жюри высоко оценило выпуски программы за их острую социальную направленность и профессионализм. Жюри конкурса видит, смотрит, знает, оценивает. И мы считаем, что Ксения Буланова достойна специального приза в этой номинации «Четвертая власть».